Новый учебный год розничная сеть начинает с масштабного проекта «Магнит знаний». Уже более 10 лет мы проводим школьные ярмарки, на которых возможно купить товары для учебы. В этом году впервые запустили народный рейтинг школ. Лучшие школы получат средства на развитие, а участники акции могут ежедневно получить один из 10 тысяч призов. Для этого необходимо зарегистрировать чек на сайте «Магнит знаний» и проголосовать за любимые школы. Вместе мы сделаем их лучше. Розничная сеть «Магнит» запустила социальную акцию «Магнит знаний», чтобы сделать условия обучения в школах еще лучше. Ажиотаж охватил всех покупателей розничной сети. У всех есть возможность отдать свой голос за любимую школу, чтобы именно она стала лучшей в рейтинге. Мы даже в школу, готовя детей, пришли в гипермаркет, потому что мы знали, что тут и ассортимент хороший, и скидки очень хорошие были. Увидели, что здесь праздник, поучаствовали, во-первых, в празднике, в розыгрыше. И сейчас также будем закупаться. И мы очень рады, довольны. Те, кто пропустил сам праздник, еще могут побороться за призы. Для этого нужно зайти на сайт и принять участие в акции «Магнит знаний». Светлана Сахарова, Александр Бородин, Ставропольское телевидение.